Каждый год сельскохозяйственные ярмарки радуют брещан и гостей нашего города изобилием плодово-овощной продукции. Здесь каждый может найти что-то по душе, благо ассортимент позволяет. По традиции ярмарки разместятся в центре города, однако будут работать и другие точки, где также можно будет приобрести все необходимое. Три ярмарки 4, 11 и 25 пройдут в трех районах города, как уже завелось испокон веков. Значит, центральные части от улицы Комсомольской до Карбышева. На Вульке, на площадке рынка «Приграничный сервис», улица Собровская, 61/1. И на востоке по улице Московской, 273/1. В этом году проведение перенесено к зданию Белгострака, и въезд на площадку будет осуществляться со стороны проспекта Республики. Особенно долгожданными будут большие ярмарки. На них обычно представлена не только плодово-овощная продукция. В распродажах с удовольствием принимают участие предприятия города и области. На торговых прилавках появится и продукция мясокомбинатов и заводов о переработке молока. 17 октября пройдет расширенная ярмарка в 9 микрорайонах города Бреста. В центральной части города ярмарки, за исключением производителей сельхозпродукции, будут принимать участие также производители промышленной и продовольственной группы товаров как города Бреста, так и Брестской области. Кроме широкого ассортимента и большого выбора предоставляемой продукции, сельскохозяйственные ярмарки порадуют брещан и гостей нашего города приятными ценами. Первая плодово-овощная выставка-ярмарка пройдет в областном центре уже в первые выходные октября.